Компьютеры достаточно давно и прочно вошли в нашу жизнь. Они кардинально поменяли мир и возможности людей, поэтому мы уже не удивляемся, когда школьники ищут информацию, необходимую для подготовки различных презентаций, в интернете, а не в библиотеке. Информатику изучают в школах с 5 класса, поэтому современные образовательные стандарты требуют оснащения кабинетов качественным новейшим оборудованием. Это действительно требования федерального государственного стандарта. И поэтому дети сейчас действительно могут работать на уроках и информатики, и дополнительного внеучебного занятия, они уже могут работать действительно на современном уровне. Школа номер 15 подшефная, ее поддерживает Саратовская ГЭС. И поэтому, когда встал вопрос о приобретении компьютерного оборудования в класс информатики, руководство школы обратилось, конечно же, к шефам. Мы обратились к гидроэнергетикам, чтобы они нам помогли оформить кабинет информатики на высоком современном уровне, чтобы отвечало качеству образования. При содействии Саратовской ГЭС кабинет информатики стал более современным. На модернизацию компьютерного класса было выделено 500 тысяч рублей. На них школа приобрела 16 компьютеров моноблоков, видеопроектор, комплектующие, компьютерные кресла и информационные стенды. Когда я сюда пришел, то есть в начале года, в этом классе была очень старая техника. И более того, половина из этой техники, она не функционировала вообще. Сейчас мы поменяли все абсолютно компьютеры. Все компьютеры современные, новые. И на такой технике одно удовольствие работать. Даже школьники, которые раньше не испытывали особого интереса к информатике, стали уделять этому предмету больше внимания. Старые очень долго загружали любую информацию, постоянно выдавались какие-то ошибки, но это мешало работе сильно. И в интернете что-то найти даже по теме урока было проблематично. Сейчас у нас все быстро работает, никаких ошибок нет, все удобно. По сравнению со старыми, эти компьютеры стали более мощные, и как бы все заинтересовались, можно работать с посторонними программами, делать видео. Также учитель информатики очень хорошо объясняет, помогает очень. И в дальнейшем можно на этих компьютерах очень хорошо получить базу, чтобы в дальнейшем работать с компьютерами. Компьютерные классы дают очень много возможностей. Тем более, сравнивая с прошлым годом, да, даже как-то больше желания стало идти на информатику. В прошлом году у нас так все было тесно. Было много старых компьютеров, работало максимум 4. И вот мы собирались по 2 человека, сидели у одного компьютера. Это было неудобно. А сейчас у каждого есть свой персональный компьютер. Директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова отметила, что предприятие оказывает разнообразную помощь подшефной школе – от ремонта до покупки инвентаря и оргтехники. И изучение новейших информационных технологий позволит школьникам поступить в вузы, а потом прийти работать на предприятие, где все процессы автоматизированы и используется сложная техника. Вся работа гидростанции идет в автоматическом режиме. Даже рабочие должности, у нас есть такая должность, как дежурный машинист гидроагрегатов, который обслуживает, смотрит за состоянием оборудования, и то он работает с компьютером. Поэтому без знаний компьютера уже мы сейчас на работу не принимаем. В настоящее время по благотворительной программе гидроэнергетики оснастили современным оборудованием и мультимедийной техникой 3 кабинета в школе номер 15, класс физики, математики и информатики.